22-летняя Кайли Дженнер, Кайли Дженна, проводит отпуск на Багамских островах. На курорте звезда устроила эротическую фотосъемку. Модель позировала в ультрасексуальном платье. Участница шоу «Семейство Кардашьян» продемонстрировала соблазнительные кадры с американской актрисой Анастасией Караниколоу. Подруги предстали в парных нарядах, просвечивающих платьях Джак Квемос, облегающих фигуру. Кайли выбрала нежно-розовый оттенок, а Анастасия – персиковый. Девушки забыли о бра и трусиках. Это сделало их образы максимально откровенными. Снимки были сделаны на люкс вилле Росалита. Стоимость одной ночи в этом месте – 10 тысяч долларов. Дженнер и Караниколоу снялись и на берегу океана в бикини и эффектных парео. Инстадивы похвастались пышными формами, позируя в смелых ракурсах. Поклонников восхитили дерзкие фотографии Дженнер с подругой. Это смело. Горячие штучки идеальные, у Кайли женственное тело и детское личико. Это так красиво, нам нужно больше таких кадров, прокомментировали пользователи Instagram. Вместе с Кайли на Багамах отдыхает и ее старшая сестра Кендалл Дженнер. Топ-модель показала, как нежится на солнышке в бикини кислотного цвета. Звезда сфотографировалась вместе с Кайли. Знаменитые родственницы со счастливыми улыбками на лице наслаждались катанием на яхте. Ранее Кайли с сестрой взорвали сеть, выложив фотографии в стильных монокини. Фолловеры заподозрили, что младшая Дженнер увеличила грудь. Поклонники призвали ее сознаться в наличии имплантов. До этого молодая мама потрясла фанатов эпатажными кадрами. Кайли снялась с гигантской косой в провокационной позе.